Об инвестиционной привлекательности города-курорта говорили на деловой встрече инвесторов и представителей власти. Наиболее перспективной для частного капитала отраслью остается санаторно-курортный комплекс и туризм, как результат появления новых туристических объектов. В этом сезоне это парк развлечений в селе Суко. Для местных жителей это рабочие места, для туристов – новая точка притяжения. В этом году его создатели сделали ставку на уникальный для Краснодарского края вид отдыха – экстремальный аттракцион «Зиплайн». Это такая же история, как реализована в Сочи скайпарк. Более 350-метровая подвесная система, которая над водной гладью, с горы, спуск с высокой скоростью. Как-то с самого экстрима начали почему-то. Вы знаете, это сейчас востребовано. Общую картину привлекательности Анапы для инвесторов обрисовал представитель краевой власти Юрий Рысин. Какие конкурентные преимущества, если мы говорим об Анапе, у Анапы? Свой аэропорт, в том числе только что законченный строительством новый терминальный комплекс. Свой железнодорожный вокзал, развитая сеть дорог, хороший авторитет, лечебная база великолепная, до сих пор, слава богу, сохраненная. Тот же санаторный комплекс «Дилуч», например, с диагностическим центром лечебным, 10-этажным. Это последняя стройка социализма была в Анапе в свое время. Минеральные воды, грязь лечебная. С 2012 года в экономику города-курорта поступили инвестиции на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Наиболее популярными отраслями в плане инвестиций в городе являются санаторно-курортный комплекс, жилищное строительство, а также виноградарство и виноделие. В настоящее время у нас создана группа сопровождения инвестиционных проектов. На постоянном сопровождении сейчас находится более 30 инвестиционных проектов на общую сумму более 60 миллиардов рублей. По итогам краевого рейтинга результативности привлечения инвестиций, Анапа на 12 месте из 44 муниципалитетов. Есть куда развиваться. При этом за те же последние 5 лет объем производства товаров и услуг в муниципалитете вырос до 70 миллиардов рублей, в полтора раза.